Значит, в данный момент мы обнаружили, мониторя территорию, застроенную главстроем так называемой лодочной станции, безобидной весельной, обнаружили работающий канализационный люк. Мы слышим шум, протекающий с трубы. Видно, там вода есть, в наличии подведенная электроэнергия, он сейчас снимет этот самый щиток, блок с питанием, вот. И веревка, при помощи которой достается глубинный насос. Ввиду того, ты снимаешь, нет? Витька, мусор выбирает. Ввиду того, что насосная станция не работает, не функционирует, куда течет эта вся канализация, стоит все под вопросом.